Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите меня? Да. Отлично. Я здравствуйте. Мы ждем минуточку, потому что я вижу, Александра до сих пор не подключилась. Да, 2-3 минуты. Я... Ja, привет, Назар, привет, Аде, привет, Игорь. Здравствуйте еще раз. И все хорошо у вас? Да, все хорошо. Все хорошо. Это самое главное. Особенно в эти дни. Я сегодня, вы видите, я звоню из школы, да, за мной находится доска. И как настроение у вас? Все школы в России открыты или из-за коронавируса тоже отменили и установили все жизнь? Частично открытые, частично закрытые. Некоторые факультеты в университете отправили на дистанционное обучение, потому что учителя заболели коронавирусом. Okay. Понял. Я здесь это похоже, но зависит всегда от того, где ты живешь в Германии. Да? На севере у нас, можно сказать, не так много случаев коронавируса, поэтому на севере до сих пор все открыты, только рестораны, бары, театры и так далее, да, все закрыты, но школа открытая. И сейчас возникает вопрос, что происходит на следующие выходные, потому что это всегда так у нас, что во воскресенье, да, они дискутируют об этом, и я не уверен, но мне кажется, это может происходить, что на следующей неделе мы получаем тоже снова
полностные устанавливать, нет, полностные, что это, also, еще раз карантин, можно сказать, да? И поэтому все люди здесь очень взволнованные, и ну, мы не знаем, что происходит дальше. Ну и в России это похоже, да, это зависит всегда от того, где ты живешь. Я знаю, что в Москве это чуть-чуть посторожее, чем в Ростов-на-Дону, я думаю, да, Егор? Да, да, ограничения, но рядом с нами есть Новочеркасск город, и там тоже довольно строгие ограничения. Mm. А, ограничения, да. Mm. Это слово мне отсутствует, да. Да. Mm. Ну вот я написал Александру и Александре, и надеюсь, что она мне отвечает. Если нет, я думаю, мы начинаем просто, да, и если другие, как Сара, привет, Сара, если другие подключают, все хорошо, да. Да, я хочу начинать с темой прошлой недели. Вы вспомните, мы говорили о проекте, да, и мы говорили о, ну, о задачах, которые нам надо программировать, да. И поэтому я еще раз хочу демонстрировать мой экран. То есть мы можем еще раз смотреть на Padlet. Потому что, во-первых, я хочу докладывать о как сработает коммуникация в интернете. Потому что это важно, что вы знаете примерно, во-первых, примерно, как эта коммуникация сработает. Потому что такое представление помогает всегда, если вы, конечно, хотите программировать веб-аппликации, веб-страницы и так далее. Хорошо? И это для меня тоже, мне нравится, если иногда вы тоже говорите, да, Свен, мы поняли, да, also без проблем. Мы не так много людей, поэтому без проблем, если вопрос возникает, это все спокойно, вы сможете задать вопрос каждую секунду, да, без проблем. Если что-то не ясно, я попробую отвечать, конечно, да. И секундочку. So, сейчас вы видите мой экран, я думаю, да? Да, да, хорошо. Видим. Отлично. Окей. So, это была такая страница прошлой недели. И мы уже говорили о, можно сказать, о языках, которые мы встречаемся, если мы развиваем страницу в интернете или веб-аппликация, или веб-страница, или так. Мы говорили о фронтенде, да? Для того нам надо HTML, JavaScript, CSS и так далее. И мы говорили о PHP, этот backend, да, и база данных. Честно говоря, каждый раз, если я здесь, в Германии, начинаю с этой темы, это так, что я начинаю с бэкэндом. Потому что вам надо знать, если вы программируете, вы уже видели здесь так много языков, и особенно сложно это всегда так, что если я программирую, мне надо комбинировать такие языки. И поэтому, особенно если я программирую ночью, да, это, конечно, так, что вам надо концентрировать так сильно, так точно, что это сложно. И начинать с фронтендом, это уже здесь, да, HTML, PHP, JavaScript и так далее, да, это очень сложно. Поэтому
Наша тема сегодня – это тема база данных, потому что база данных – это, ну, да, можно сказать, самая простая тема, потому что если мы сообщаемся с базой данных, это всегда так, что мы используем, можно сказать, один язык, и этот язык, да, можно сказать, это, да, это простой язык. И это так, что мы будем теплее. Это не так сложно, да? Поэтому шаг за шагом. Also, сегодня бэкэнд и особенно база данных. Если я перемешаю мышлю, вы видите мой указатель? Если я двигаюсь? Да, да. Окей, also, мы говорим сегодня о базе данных. Хорошо, и я хочу начинать, как я уже сказал, с докладом о как сработает, как сработает коммуникация, интернет, also, иными словами, основной принцип коммуникации между браузером и веб-сервером. Неясно, я думаю, что каждый здесь знает, если я говорю о браузере, я думаю, да, каждый из вас использует браузер на мобильнике или тоже, конечно, на компьютере, да? И поэтому, секундочку, если... Окей. Поэтому вы знаете этот пример. Например, если я открываю мой браузер, и если я пишу в адресной строчке, например, так, www.heise.de, я, also мой браузер, сообщаться с веб-сервером, и этот веб-сервер здесь, да, этот веб-сервер отвечает браузер и доставляет страницу, называемый index.html. Это нормально. И это, можно сказать, обычный случай. Значит, я вижу страницу, я вижу результат от сервера, но, честно говоря, если я использую такой случай, это так, что это не очень гибкий. Это значит, я могу читать, например, статью или я могу читать книгу через браузер, но если я, например, хочу больше... на английском это был action, да, also больше реакции, да, этот случай не подходит, этот случай не хватит. Поэтому сегодня, если мы используем обычные страницы в интернете, этот сервер доставляет мне страницы, и такие страницы созданы из HTML и JavaScript. Важно здесь, это особенно так. И вспомните, сохраните. Веб-браузер только понимает страницы, которые созданы в HTML или JavaScript. Не больше и не меньше. Это значит, браузер только понимает HTML и JavaScript. Это ясно? Да. Да? И это важно, потому что если мы программируем, например, гибкие страницы, это так, что... браузер интерпретирует только страницы с HTML-кодом. Или JavaScript тоже. И, конечно, иногда у меня возможность, если я думаю о Adobe Flash, например, да, я, конечно, существуют плагины в интернете, которые я могу устанавливать в браузере. И с помощью таких плагинов, конечно, мой браузер может быть интерпретировать дальнейшие языки, но обычно это так, что он только понимает HTML.
И поэтому, почему он мне показывает эту страницу? Так, если мы хотим программировать такую игру, нам надо чуть-чуть побольше, потому что уже в Padlet'е, вы видите, нам надо организатор, also организатор, который управляет эту игру. И для того нам надо возможность на сервере, что этот сервер может решать, как действовать, да, как действовать в том или в ином случае. Вот. Поэтому у нас есть здесь язык, который появляется на стороне сервера, и этот язык называется PHP. PHP работает только на сервере. И это так, что я программирую, например, страницы с помощью PHP. И если сервер видит, о, здесь появляется страница в формате PHP, этот сервер знает точно, окей, сейчас, во-первых, мне надо интерпретировать такую страницу, и этот результат всегда будет страницей в формате HTML. Потому что, как я уже сказал, браузер только понимает HTML. Значит, also этот сервер получает страницу, переведенную в кавычках, на HTML и доставляет ее к браузеру. Понятно? Да. Ну да, хорошо. Понятно. Отлично, отлично. So, и сейчас один деталь здесь отсутствует. Этот деталь называется база данных. И этот база данных тоже существует на браузер. Ja, also обычно это так, что база данных установлена на сервере. И с помощью PHP и база данных мы можем программировать страницы, которые отреагируют очень гибко. И я, честно говоря, сегодня я не знаю одна игра, которая не сработает без PHP или без базы данных. И, конечно, рядом PHP у нас есть другие языки, например, C++. Думаю, это тоже, вы слышали, C++, может быть, да, или Python, или другие, да. Потому что иногда возникает вопрос ко мне, Свен, почему нам надо учиться PHP? И я всегда говорю, ну, PHP это не самый лучший язык, но PHP у меня всегда бесплатно. Это значит, если я, например, хочу программировать в языке Java или остальные, это всегда так, что если я хочу опубликовать мою страницу, мне надо, конечно, сервер, который поддерживает, конечно, Java или C++ или остальные. И для них мне надо всегда заплатить много денег. И поэтому я всегда использую PHP. И я уже сейчас говорю, это так, что если вы учитесь программировать в языке PHP, это очень легко программировать остальные языки тоже, потому что языки программирования, они действуют очень-очень похоже. Конечно, команды и иногда чуть-чуть такая структура, да, конечно, там есть разница, но обычно это так, если я один раз в жизни понимаю концепты языки программирования, это мне всегда помогает учиться другие языки. Это 100%.
лучше и 100% легче в сравнении, например, если я говорю о учиться иностранных, also иностранные языки, да, это чуть-чуть посложнее, потому что все языки программирования действуют, можно сказать, всегда очень-очень похоже, да. Вот. До сих пор вопросы или поняли, что я сказал? Понятно. Ну да, хорошо. Супер. Сейчас, секундочку, я вас прошу. Привет, Ахмат. Привет, извините, что я опоздал. А, без проблем, это без проблем. Я только говорил о коммуникации в интернете, и это, как всегда, я записывал этот урок, и поэтому ты можешь видеть чуть-чуть попозже, об этом мы говорили, да? Ага. Окей. И сейчас домашнее задание. Все получили этот мейл, который я вам отправлял на прошлой неделе. Я отправлял к вам ссылки с установлением, или с объяснениями, как установить, например, Apache, как установить XAMPP. И поэтому мой вопрос сейчас, есть у всех установленные XAMPP, например? Да, у меня установлен. Окей, okay, Игорь установил, Назар. Что такое на русском? Это крутится голова, что это? Это вопрос отрицания, он говорит нет. Я отрицание, ну без проблем. Also те, которые до сих пор не установили XAMPP, да, у меня предложение. Это так, что вы можете использовать мой сервер сегодня для упражнения, да, и в течение или в конце этого урока я могу помогать, если вы хотите. Назар, что ты скажешь? Это хорошо. Мы можем устанавливать у тебя XAMPP вместе, если хочешь, если у тебя время в конце этого урока. Назар? Да? А, ты слышишь меня? Ты слышишь? Что происходит с твоим микрофоном? Может быть, ты только выключил твой микрофон? Вижу, если ты двигаешь твою мышлю, да, ты видишь внизу значок микрофона. Видишь? Пиши на чате. Или пиши, если. Да, или пиши на чате, да. Пиши на чате. Ты можешь писать на чате, это тоже подходит. Но я вижу, Назар, я вижу, что ты выключил твой микрофон, и поэтому я не могу слышать, что ты говоришь. Походу, его не можешь включить. Ну, я. А я вот скачал okay, Also, Игорь... Да, also, секундочку. Also, Игорь установил, и Аде, что с тобой? Ты тоже... я установил Visual Studio Code. Visual Studio Code, окей, okay. Это для программирования, да. Но вопрос сейчас, у тебя есть уже XAMPP, also, ты скачал XAMPP? Я нет. Да, окей, okay. В конце концов этого урока ты можешь скачать XAMPP, и мы тоже можем вместе установить XAMPP, если хочешь. Also, ты работаешь с Windows или? А, Назар, покажи. Назар, покажи мне. Походу, что-то пишет. Это тоже подходит. Я понимаю, твой микрофон не работает, но может быть... Может быть... Это Windows? Работаешь с Windows назад? Я не слышу тебя, это очень жаль. Но смотри, мы продолжаемся, и, может быть, чуть-чуть попозже ты можешь отклонить
и еще раз подключить, да, и поэтому мы попробуем чуть-чуть попозже, может быть, это помогает уже, если ты уходишь и снова входишь, и попробую. Окей, Зара, что с тобой? Ты тоже установил XAMPP уже или... Зара, слышишь? Слышу. Ты установила XAMPP, Сара? Не смогла. Окей. Адель, что с тобой? Я установил. Установил? Когда хорошо. Только когда ты сказал, нужно нам установить, я его установил. Отлично. Und Ахмад? Назар показал то, что он уже пробовал включить микрофон, но походу не получается. Окей. Ну, мы не знаем, почему. Иногда это сложно, но Назар, ты можешь попробовать уходить и потом еще раз войти в зал здесь, да? Может быть, это сработает. Если нет, без проблем, попробуй. И в конце концов, also, мы можем сообщаться с помощью чата. Это если тебе надо. Я уже это пробовал. Пробовал. Окей, и это не вспомогал. Ну, к сожалению, жаль. Окей, Назар, остаться у нас и подожди, и смотри, и если что-то не работает, напиши в чате. Окей? Хорошо? Ну вот, Ахмад, ты уже ответил, я не слышал. Ахмад, ты установил XAMPP? Ахмад, алло? Слышишь? Алло? Ja, Ahmad, ты установил XAMPP уже или? Да, установил давным-давно, когда ты кто-то рассказал в уроке. Окей. Ты нам сказал, нужно установить. Я включил себе, оставил себе ключ на урок, в то же самое время устанавливал себе XAMPP. Отлично, отлично. Окей, я предлагаю сейчас следующий. Во-первых, я хочу рассказывать вам о XAMPP. И это был бы очень-очень вежливый, дорогой Игорь, если ты можешь доставлять твой экран к нам, потому что я сам здесь использую macOS, и это здесь у меня работает чуть-чуть по-другому. И поэтому это было бы очень хорошо, Игорь, если... Я не могу писать, у меня нет... А, окей. Окей, Назар, я понял. Назар... У него нет три точки, походу, и... Да-да, Назар, мы попробуем чуть-чуть попозже сообщаться, окей, хорошо? Also, у меня время сегодня, без проблем. Нет суеты, без суеты, да, без суеты. Или, может быть, родители могут помогать. Мы сообщаемся чуть попозже. Окей, Игорь, ты сможешь демонстрировать твой экран? То есть мы можем видеть, как XAMPP вообще работает. Отлично. О, отлично. Вчера у моих немецких учеников, вчера я видел всегда картинки из космоса. Но здесь это уже Рождество. Окей, отлично. Да. Игорь, подожди минуточку. Also, Игорь показывает нам... как этот XAMPP Control Panel выглядит. И это чуть-чуть жаль, потому что мы видим твою картинку в не очень хорошем качестве. И вопрос сейчас, может быть, это зависит от интернет-движения у тебя, Игорь, но я вижу, у тебя есть ошибки, да? Это выглядит так. Да, небольшая проблема. Он сообщает о том, что уже запущен. А, сейчас, нет, я вижу. Я знаю такую проблему. Без проблем, Игорь. Окей, хорошо. Так, во-первых, это важно, что мы понимаем эту картинку здесь, что нам надо для программирования. Вы видите наверху
под названием модуль или модуль, это английский язык здесь, мы видим имя Apache и MySQL. Видите? Also Igor подчеркивает смышлю, да, такие названия Apache и MySQL. Видите? Это, можно сказать, самое важное приложение нам надо для программирования веб-страницы. Потому что Apache – это наш веб-сервер, и MySQL – это наша база данных. И Apache и MySQL, можно сказать, по моему мнению, большинство серверов в интернете используют такие приложения, Apache и MySQL. И что вы установили, если вы используете XAMPP, можно сказать, это ваш личный интернет. Ваш личный интернет, это значит, что вы можете, например, тоже программировать, если вы едете на метро, например, да? Потому что ваш веб-сервер всегда сопровождает вас. И это важно, что вы знаете такое, потому что если мы программируем веб-страницы, это, конечно, так, что во время программирования происходили бы ошибки. И если вы прямо опубликуете, публиковали бы ваши страницы в интернете, это может происходить, что другие хакеры, да, всегда попробуют... Алло? Доктор Калит, пожалуйста, отключите ваш микрофон. Привет. Доктор Калит, алло? Слышите меня? Пожалуйста, выключите ваш микрофон, потому что мы... Окей, спасибо вам. И привет, конечно. Да. Also, самое важное приложение. И Apache – это наш веб-сервер, и MySQL, как я уже сказал, база данных. Окей, Игор, попробуй. Нажми старт для Apache и старт для MySQL. Хорошо, одну секунду, Свен, я запущу программу с правами администратора, чтобы mm-hmm. не было никаких проблем. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это правильно. Нам надо доступ к системе, да, и это всегда проще, если мы являемся администратором. Отлично. И да, разрешить доступ, да. So, отлично. И сейчас первый вопрос. Я думаю, все видят PITS и PORTS. Правильно? Видите PORTS? Дорогие ученики, видите такое слово PORTS? Да. Да? Да. Может быть, вы уже слышали это название IP-адрес. Правда? Да. Потому что у каждого компьютера есть свой IP-адрес. Это мы знаем обычно, да? Потому что без адреса мы не можем подключиться в интернет, да? Это очень похоже на адрес, also каждый из нас, конечно, имеет свой адрес, да? Улица и город и так далее, да? И это похоже здесь тоже, у каждого компьютера есть свой IP-адрес. Но кроме того, мы встречаемся чаще всего этот название ports. Можете представлять, что такое? Что вы думаете? Что такое? Что значит ports? Ну, вход, например, в систему. Ну, ну как... Не знаю, как двери, может, чтобы... Mm-hmm. Чтобы войти там в систему, или что-то.
Конечно, отлично, да. Это как я, это похоже на дверью. Да, это правильно, потому что в России существует, конечно, тоже много пятиэтажных зданий, да. И этот здание, also, я, можно сказать, этот здание имеет адрес, конечно, да, это похоже на IP-адрес, но в этом здании живут много людей. И у каждого есть, конечно, свой звонок, то есть люди могут вниз, ниже нажимать кнопку, и кто-то отвечает, да. И это важно, это значит, здесь Apache, можно сказать, Apache – это похоже на житель здания, also на житель здания, и если кто-то нажимает кнопку внизу, этот житель, конечно, отвечает, да, и так это сейчас так, что Apache и MySQL, у них разные кнопки, и если, например, браузер хочет сообщаться с веб-сервером, он нажимает кнопку на сервер, и если он нажимает кнопку 80, да, там отвечает веб-сервер. Или если он нажимает кнопку это 443, да, тоже веб-сервер отвечает. И если он нажимает кнопку 3306, да, MySQL отвечает. И сейчас возникает вопрос, представляете, почему у Apache есть две кнопки 80 и 443. Знаете, почему? Не знаю. Возможно, с помощью порта 80 он подключается к серверу, который находится на другой стороне. А с помощью порта 443 уже подключается к нашему компьютеру, компьютеру пользователя, тем самым выводя информацию. А, это не 100% правильно. Если вы используете, например, браузер, я думаю, вы уже видели иногда такой замок наверху, на левой стороне. Уже да, видели? Да. Да? Да. Иногда вы видите такой замок. И это значит, о, это движение полностью цифровано. Это значит, что браузер использует кодирование. Это имеет страницы чуть-чуть побезопаснее, да? И значит, через порт 443 у нас есть сквозное цифрованное защитное коммуникация. И порт 80 – это старый порт, да, и через 8.10 это движение сработает без защиты. Понимаете? Да, да, понятно. Да? Да. Отлично, отлично. И поэтому у Apache есть всегда две ports. А, две порт. Ja, и MySQL, ja. База данных, also ей надо только один порт, это хватит для MySQL. Ну да, хорошо. Сейчас иногда мои ученики расспрашивают меня, почему это всегда 8.10 и почему это всегда, например, 3.306. В том лежит смысл, почему это всегда такие числа, кто издумывал такие числа. И вы знаете, почему, может быть, это так, что у Apache есть всегда 8.10 и MySQL всегда 3.306. Знаете, может быть, почему? Нет, лучше объясните. Угу. Конечно, без проблем. Ну, это, это не случайно, конечно. Думаете, если,
в теоретическом смысле у каждого приложения может использовать свой порт. Also, если я программирую, конечно, веб-сервер, например, да, я могу сказать, о нет, мне не нравится 80, я хочу использовать, мы возьмем 60. Да? Другой человек, другой программист думает, ах нет, 60, 80, я использую 30 или так. Да? Ну, если каждый программист выбрал бы свой порт, это для нас, пользователей, очень сложно, потому что нам не только знать адрес страниц, да, для нас, also мы хотим, или нам надо всегда спросить, какой порт мне надо использовать, это 30 или 60 или везде, и поэтому можно сказать по умолчанию. Они решили много лет назад, я думаю, в 80-х годах или чуть-чуть попозже, они решили, окей, мы используем всегда для коммуникации между браузером и веб-сервером, мы используем всегда 80, и чуть-чуть попозже они решили, окей, и для цифрованной коммуникации мы используем 443 и так далее, и так далее. Поэтому можно сказать, у нас есть разные приложения, которые всегда ожидают коммуникации через порты по умолчанию. Да? Поняли? Да. Да. Окей. Хорошо. Ну вот, сейчас, Егор, пожалуйста, открой браузер, например, Firefox или Chrome, я не знаю, что ты используешь. Яндекс, да, конечно, Яндекс, да, тоже хорошо. Открой твой браузер. И сейчас в строчке, also в адресной строчке, ты пишешь http. Точка, что это точка на точку, это я думаю, да? И сейчас слэш. И localhost. И Enter, пожалуйста. Voilà, отлично. Здесь вы видите на экране ответ вашего сервера, ответ XAMPP. Это значит, если вы видите, also после установления, да, и после установления XAMPP, и всегда запомните, вам надо, конечно, нажимать кнопку Start и, also у Apache и у MySQL. И если вы сделали такое, и вы попробуете сообщаться с сервером, вы получаете такую страницу. Хорошо? Да. Also для тех, да, отлично. Для тех, кто до сих пор не установил, вам надо знать, also если я распространяю ссылку записи, да, пожалуйста, запомните, что результат, если я получаю такой результат, все будет хорошо, потому что мой сервер сработает. Отлично. Сейчас, Егор, пожалуйста, нажимай на ссылку PHP MyAdmin. Для того тебе надо убрать это сообщение. Не знаю, такое сообщение показать оригинал, пожалуйста. Also, за сообщением находится ссылка. Да, PHP Admin. Видишь? Да. Наверху, направо находится PHP Admin. Ты видишь, может быть, это такое нет, потому что... окей, отлично. PHP My Admin. Отлично. Угу. Нажимай. Угу. Нажми. Отлично. So, сейчас, и сегодня мы будем разговаривать о инструменте PHP My Admin, потому что это самый важный тул для нас, программистов, если мы программируем веб-страницы. Потому что если мы сообщаемся с базой данных, да, это здесь наш инструмент, где мы можем исправлять
язык программирования, команды и так далее, да. И если вы видите такое, это уже, можно сказать, это уже взгляд вашей базы данных. На правой стороне вы видите information schema, MySQL и так далее, это уже на это уже базы данных по умолчанию, если я использую XAMPP, да, это уже установленные базы данных. Егор, ты уже создал базу данных тест и PHP MyAdmin, или это был уже... Нет, я ничего не создавал. Интересно, что он уже установлен, база на тест, но без проблем. Направо я вижу всегда здесь в PHP MyAdmin мои базы данных, и на правой стороне большинства экрана я вижу содержание каждой базы данных. И сейчас я буду к вам отправлять еще раз мейл с материалами, которые мы сегодня используем, потому что, извините, к сожалению, до сих пор у меня нет времени для опубликования через сайт IT-мир. Я надеюсь, что в течение этой недели я распространяю такие материалы тоже через такой сайт, но... Это хорошо, если я сейчас отправляю к вам еще раз мейл. Это возможно, что... у вас есть доступ к мейл, да? Да. Окей, хорошо. Секундочку. Сейчас. Окей, он отправлял. Пожалуйста, смотрите в личном кабинете вашего почтового адреса. Там находится сейчас мейл от меня, и этот мейл включает, я укрепил материал для сегодняшнего урока. И видишь, Егор? Да, вот я увидел. Да, отлично. В мейле находятся две файлы. Один из них называется Domino SQL, видишь? Да, вот он. Да, отлично. Отлично. Пожалуйста, возьми этот файл Domino SQL и сохрани этот файл, например, на десктоп или где ты хочешь и где ты найдешь этот файл, да? Хорошо. Можно я приостановлю демонстрацию? Да, конечно. Ты можешь остановить коротко, и потом это было бы очень вежливо, если ты демонстрируешь еще раз твой экран. То есть каждый от нас может видеть, как устанавливать нашу базу данных, нашу личную базу данных, да? Потому что это будет иногда возможно, если мы программируем, и если у нас есть ошибки, конечно, да, или если мы уничтожаем базу данных, и тоже может происходить, да, особенно если я работаю с очень опасными командами, да, это может происходить. Поэтому это важно, что вы видите, как восстанавливать базу данных еще раз, да, то есть... это самое важное дело, что вы экспериментируете с базами данных, да, и поэтому это всегда беспокоит, особенно меня беспокоит это, если я знаю, на моем личном жестком диске находится всегда этот файл, то есть я могу восстанавливать базу данных. Окей. Все, я завершил. Супер. Два файла. Отлично. Окей, да. Раз увеличивай твое окно, пожалуйста. Твое окно браузера. Браузера. Окей. Видите, наверху существует слово, кнопка, называемая Import, видишь? Наверху Import.
Это в середине, да, там, да, нажми, да. Пожалуйста, нажми. Вот здесь вы сможете опубликовать и восстанавливать каждую базу данных. Для того тебе надо нажимать на кнопку «Выберите файл», да? И сейчас ты, да, я думаю, на рабочем столе находится домино SQL, да, сейчас «Открыть». И чуть-чуть пониже тебе на... Да, вперед. Сейчас нажми, пожалуйста, вперед. Это на правой, на правой стороне, да. Загружается. Он загружается, да, правильно. Да. И все хорошо. Конечно, у нас есть немножко ошибки. Но это без проблем, потому что если ошибка... появляется в желтом цвете, да, это значит только, это, можно сказать, опасение, но это не настоящая ошибка. Это зависит от того, например, я использую здесь другую версию базы данных, и поэтому это может происходить, что некоторые команды он не может интерпретировать, да, но когда, also только, когда, только если твои ошибки появляются в красном цвете, да, это значит, что-то происходило, что-то не так, да, но здесь это все хорошо, и вы видите сейчас наверху, импорт успешно завершен, выполнено 30 запросов Domino SQL. Отлично, это значит, окей, все хорошо, и вы тоже видите сейчас на правой стороне, что наверху под названием «Создать база данных», там сейчас стоит домино. Видите? Да. И сейчас нажми на слово «домино». Вот. Это наша личная база данных сейчас. Отлично. Спасибо тебе, Игорь. И сейчас я думаю, я буду продолжаться с моим экраном для того, это... Also, спасибо тебе огромное, да? Я нажми «Остановить», поэтому я могу сейчас показывать вам мой экран, и первые шаги мы гуляем вместе, да? Мы сегодня смотрим, как эта база данных выглядит, почему она выглядит так, и мы попробуем первые команды. Хорошо, я демонстрирую сейчас мой экран. Секундочку. Угу. Видите мой экран? Да, вижу. Вижу. Да. Отлично. Окей. Это показывает, такая страница показывает мой экран, и вы видите тоже, это мой личный сервер дома в деревне Шпренге, это мой личный сервер. И с этим сервером вы сможете сегодня работать, да, если вы не установили до сих пор XAMPP, без проблем. Я буду скопировать такой адрес в чате в Zoom, да, потом, то есть вы сможете упражнять чуть-чуть с командами. Хорошо? Окей. Тоже, конечно, пользователь и пароль я тоже распространяю в чате. Хорошо, я войду. Вот. Я надеюсь, что качество экрана хорошо. Это хорошо так? Видите, очень чисто? Да, да. Да? Окей, хорошо. Я надеюсь. Хорошо. Отлично. Окей. Что такое можно... Вопрос возникает, конечно, что такое база данных? Ну, база данных, проще говоря, это только создана из разных таблиц. И большинство базы данных работает так. База данных – это не другое, как обычные таблицы. Да? Конечно, у нас сегодня, в этом году, остальные базы данных, которые работают чуть-чуть по-другому. Например, если мы говорим о Фейсбуке или о ВКонтакте, или так, да, они используют чуть-чуть другие, но чуть-чуть, потому что
основа, also их основа тоже похожа на MySQL. И для большинства приложений, честно говоря, хватит MySQL. Если мы не хотим программировать наши соцсети, это хватит полностью. Хорошо, also это создано из разных таблиц. И если я, например, нажимаю на ссылку «Stays Personal Account», вы видите, например, такую таблицу «Stays», и, может быть, вы уже можете представлять, почему у нас такая таблица. Это так? Ну, в принципе, да. Also, в этой таблице можно сказать, находятся все аккаунты наших пользователей. Если вы видите логин, паспорт, also английское слово, да, логин – это пользователь, паспорт – это пароль. Я, имя, я думаю, это ясно. Видите, да, это разные имя, адресы, да, статус – это только okay, учитель, декан, это предложение тех, кто развивал эту базу данных. И настоящая, also это фамилия, да, name это фамилия, country это страна, also Россия, Deutschland это Германия и так далее, и так далее. Это чуть-чуть смещение языков, но без проблем. У каждого, also можно сказать, этот человек, который хочет играть нашу игру, нам надо, например, регистрировать, да, also им надо регистрировать, и потом нам надо, конечно, сохранять всегда каждый пользователь, потому что в следующий раз он не хочет еще раз регистрировать, да? Он хочет прямо войти в игру, да? Это ясно, я думаю, да? И в базе данных у каждого пользователя получает свой свою строчку. И вы видите, например, Ольга здесь, да, Ольга всегда использует для логина Ольга 231 и ее паспорт здесь сквер 22 и так далее, и так далее. И можно сказать, каждая строчка, да, это не другое, как один человек, который хочет играть эту игру. Это хорошо? Понял? Да, понятно. Да, понятно. Да? И с остальными таблицами это похоже. Мы можем, например, смотреть, если я нажимаю на ссылку Set of Objects, да, здесь мы видим, например, also речь идет всегда о домино, и в игре домино у нас есть разные фишки, да, и у каждой фишек появляются картинки или названия. Во-первых, для упражнения с базами данных мы используем название, чуть-чуть попозже мы используем тоже картинки. И здесь вы видите, окей, у нас есть фишки, называемые транспорт, also категории транспорт, окей, also трамвай или вертолет, яхта, топор и так далее, и так далее. И это тоже так, что у каждой фишки есть свою строчку. Хорошо? Да. Окей. Хорошо. Ну, мы начинаем еще раз с таблицей Personal Account, потому что это самое интересное сейчас. Это всегда, как сказать, это всегда важно знать, как добавить и как убрать данных. Да? Во-первых, вы видите эту кнопку или эту ссылку здесь наверху, где стоит SQL. Да? Да, видим. SQL – это тоже, also, осторожно говоря, да, это не настоящий язык программирования. Мы видим чуть-чуть попозже, почему, не сегодня, но в течение уроков, но это так, SQL – это
название языка, который мы используем всегда, если мы работаем с базой данных здесь, с такой, например. И если я нажимаю на SQL, вы уже видите самая простая команда, можно сказать, которая существует в рамках базы данных. Мне нравится, что PHP MyAdmin сейчас уже поддерживает нам, потому что он доставляет ко мне самые важные команды, например, select, insert, update, delete и так далее. Да? То есть это важно, как сказать, ну, честно говоря, айтишники, они очень ленивые люди, можно сказать, ленивые люди, потому что айтишники, им не надо сохранять каждую команду в голове, да. Мы скажем, здесь в Германии всегда это хватит, если человек знает, где что-то было написано. И поэтому это помогает нам, если мы, например, забываем чего-то, да, мы знаем, окей, в PHP MyAdmin я найду все команды всегда, то есть я могу, например, если я нажимаю на select, например, да, он помогает мне сформулировать команду, которую я могу использовать как сейчас, например, если я хочу знать, какие пользователи существуют в базе данных, да? И я могу программировать здесь, в окне, да? И если я нажимаю на вперед, я получаю ответ. Ответ от базы данных. Видите, да? Да, вижу. И что это значит, такая команда? Я хочу объяснять вам. Во-первых, каждая команда, я увеличиваю мой экран чуть-чуть, то есть вы можете, может быть, лучше видеть. Это лучше так? Честно говоря, ничего не происходит пока. Ничего не происходит? Это сейчас чуть-чуть больше? Сейчас да. Да? Окей, хорошо. Ну вот. Каждая команда, можно сказать, also у нас есть команды для запрос, also если я хочу знать чего-то от базы данных, и у меня есть здесь команды для добавления данных и, конечно, тоже для удаления. Поэтому самые простые, такие, как здесь, такие, начинающие со словом select. Select – это значит обзор. Это только обзор. Also я хочу знать, кто находится в моем базе данных. Я хочу знать, во-первых, столбца member ID, потом login, password и так далее. Да? Обзор. Это всегда здесь речь идет о том, что я хочу получать. Какие то столбцы я хочу получать. Окей? From. Этот from мне надо, потому что, вы знаете, каждая база данных создана из разных таблиц. Поэтому с помощью слова from я могу выбрать таблицу. Здесь я хочу знать, какие это пользователи у меня, и я знаю, окей, мои пользователи находятся в таблице Personal Account. И последнее, этот where здесь, да, это слово where, мы используем чуть-чуть позже, я уберу этот where, потому что where один, это значит только, я покажи мне все, где... что это такое на русском? Это всегда, если что-то правда. Но я уберу этот, во-первых, чуть-чуть попозже я объясняю, что происходит, если я использую where. Но, и если я сейчас нажимаю вперед, я получаю снова моя таблица, да? Ну, конечно, это может происходить, что нам не надо все данные из этой таблицы.
Потому что, представляете, если пользователь хочет войти в игру, это хватит, если мы только сравниваем логин и паспорт, also логин и пароль, да? И поэтому я могу нажимать на «Изменить». И да, я вижу, рисовать тоже возможно через Zoom. И сейчас я могу, например, решать, окей, мне хочется только видеть логин и пароль, и окей, имейл, но хватит, больше нет. Мне хочется только видеть логин, паспорт и имейл, поэтому я пишу «Select», потом «Логин», «Паспорт» и «Имейл». И сейчас, да, «From», «Personal Account», и если я сейчас нажимаю на «Вперед», я получаю только результат, который мне покажет, окей, «Логин», also «Start C», «Логин», «Паспорт» и «Имейл». Ясно? Да. И сейчас вы можете видеть тоже, где лежит разницу между обычной таблицей, если я думаю о Excel, например, или о OpenOffice Calc, да, и такие, находящиеся в базе данных. Что вы думаете, где эта разница между Excel, например, и здесь, MySQL? И, пожалуйста, это было бы тоже очень вежливо, если это тем, кто рисовал здесь, да, если он убрал бы такие рисунки. Возможно, Excel отличается от MySQL базы тем, что Excel предназначена для офисной работы на стороне клиента и не предполагает использования на сервере. Uh-huh. А MySQL — это база данных, которые хранятся именно на сервере. Отлично, это 100% правильно. Во-первых, и во-вторых, например, существуют те, кто использует Excel как база данных. Это возможно, потому что я, конечно, я могу создать документ, новый документ в Excel, и я могу добавлять все данные для пользователей. И тоже Excel я могу использовать, но это очень-очень сложно. И, Игорь, это правильно, если я думаю о игре здесь, да, и если я думаю о работе в интернете, и каждый игроков хочет подключиться, и такие данные будут, как сказать, also такие данные находятся в Excel-таблице, да, это очень-очень сложно, очень медленно, конечно, да, и не так работает, как гибкий, как MySQL. И MySQL открывает для нас очень гибкие, also возможности действовать очень гибкие, да? Поняли? Да, понял. Окей, хорошо. Ну да. Да. Отлично. Окей, сейчас, пожалуйста, откройте сейчас, пожалуйста, этот документ, который я тоже распространял через mail. В этом документе находится файл, секундочку, и этот файл, извините, этот файл носит немецкое название Arbeitsblatt, этот PDF-файл, пожалуйста, откройте такой PDF-файл. Видите этот файл? В ящике, в вашем почтовом ящике это находится. В mail. Я укрепил файл, называемый Arbeitsblatt. Извини, это рабочая бумага или задание, можно сказать, это лучше, но я не изменил название файла.
У меня есть предложение, давайте я опять запущу демонстрацию экрана, чтобы все видели. О, отлично. Угу. Спасибо тебе. Да, этот файл. У всех есть такой файл сейчас? Если нет, это может происходить иногда, что если я... Also, я думаю, я распространял mail через mail.ru, но иногда может происходить, что mail сошел в папке спам, может быть. Окей, в этом файле я написал задание для первые шаги в, ну, в базе данных. И как я написал, also, если ты работаешь XAMPP, то открой XAMPP через Control Panel, как Игорь чуть-чуть пораньше показал, и открой твой браузер, да, и в адресную строку браузера HTTP localhost, это ваш компьютер. Если вы не видишь, например, веб-страницу XAMPP, also, может быть, вы устанавливали, но XAMPP до сих пор не работает так хорошо, да, вы сможете, конечно, использовать мой сервер, и адрес моего сервера, да, это HTTPS, как я напишу, написал там svenali.dns.org, Sven и PHP MyAdmin, и я буду распространять этот адрес тоже в чате здесь в Zoom. Хорошо? Да, конечно. И я доставляю к вам, конечно, тоже логин и пароль, да? И это без проблем. Каждый человек здесь может использовать то же самое логин и пароль. Это сработает обычно. So, секундочку. HTTPS. Svenali.dns.org. И Sven. И... PHP my admin. Вот. So, если вы видите сейчас в Zoom, в чате Zoom, вы видите мой, also мою ссылку. И логин, это логин, это IT мир с латинскими буквами. И пароль для сайт. Это секундочку. Passwort 1234, also Passwort 1234 и вопросительный, нет, нет, это, нет, вопросительный знак, что такое, Игорь, это, обидите сам. So, если вы видите сейчас в чате, Zoom, да, это такие данные вам надо для работы сегодня с PHP MyAdmin и для первой шаги в рамках базы данных. Окей, Игорь, ты можешь остановить демонстрацию. И вопрос к всем сейчас. Нашли мой файл? Адель, Сара, Ахмад, видите? Алло? Слышите меня? Алло? Каждый человек уходил. Алло? Игорь? Да, я вас слышу. Отлично. Сара, Адель, Ахмад? Где вы? Назар, я знаю, у Назар есть. Ja? Okay. Ja, also нашли этот файл. И нашли, да, и нашли мою ссылку, да? И сейчас попробуйте использовать, конечно, XAMPP, also тех, кто установили XAMPP, окей, конечно, вы используете XAMPP, и остальные, пожалуйста, используйте мой сервер, да, мой сервер, это, он всегда тоже доступен для упражнения, да, поэтому попробуйте
допускать к серверу. А, спасибо тебе, Игорь. Всегда пожалуйста. Я обещаю, на следующей неделе у нас есть сайт с материалом. То есть каждый может скачать прямо от сайта. Это чуть-чуть получше. Отлично. Окей. Я думаю, первые шаги мы вместе, и потом мы работаем так, что вы пробуете тоже сформулировать такие команды. И если у кого-то проблемы, да, обращайтесь ко мне, и я помогаю. Хорошо? Да, хорошо. Окей, окей. Also, сейчас еще раз мой экран. Секундочку. Демонстрация экрана. А, и мне, конечно, тоже надо открывать мой файл, потому что я хочу тоже видеть какие-то задания я написал. Имеет смысл, я думаю. Вот, окей, хорошо. Да. Вот. Also, первая задача. Если вы видите, добавь новое лицо в базу данных. Also, например, это такой случай. Имейте в виду, что новый человек найдет нашу сайт и думает, о, это выглядит так интересно, я хочу регистрировать, да? И, ну, конечно, ваш программ, ваше приложение надо сейчас, конечно, добавить данные. И он будет, ну, конечно, он будет добавить его, и это сработает с помощью команды insert into. Я показываю, как это сработает. Вот. Я нажимаю, как немножко секунды назад, на personal account, и я нажимаю снова на SQL. И вы видите команда insert, да? Insert. Да. Сейчас я нажимаю кнопку insert, и он уже мне доставил, ну, шаблон, да, который я могу использовать. И сейчас я могу, во-первых, убрать Member ID. Почему? Ну, это просто. Вы можете представлять, что программисты не хотят сохранить в голове, какое число имеет каждый пользователь. Поэтому существует возможность в рамках базы данных, что с каждой пользователей, что MySQL автоматически создавает новое число. Поэтому я могу убрать Member ID. И это хватит. Нам надо только Login, Passwort, E-Mail, конечно, да, Status и так далее тоже. И сейчас я убрал Member ID. Мне надо, конечно, тоже поэтому убрать здесь value 1, потому что insert into сработает так, что, во-первых, я скажу, это добавь новые данные в таблицу personal account с статусами login, password и так далее. Это, если я не ошибаюсь, но я думаю, это 9 статусов, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, о нет, 9, 10, 11. Also 11 статусов. Окей, also я хочу добавить данные в эти статусы. И values значит сейчас содержание. Это значит login. Ну, мы можем
добавлять, например... Тест-юзер. Это скучно, я знаю, но тест-юзер. Тест-юзер – это имя для логина. Да? Во-вторых, мне надо добавить паспорт, also логин, also, пароль. Да? Окей, для пароль я выбираю, например, я не знаю, тест-юзер и тест 1, 2, 3, 4. Also тест 1, 2, 3, 4. Потом, имейл. Окей, этот тест-юзер имеет адрес, also мейл-адрес, а почтовый адрес. Мы скажем, тест, это, не знаю, тест... Dot, ja, U. И потом статус, статус учитель или ученик или такое. Здесь я использую русские, also русские буквы. Например, учитель хочет играть, да? Учитель. Потом его имя. Ну, Олег. Олег, фамилия. У вас есть предложение для Олег? Алиш. Алиш. Окей. Страна Россия и город, сити, город. Москва. Москва, я думаю, думаю, да, Москва. Also, если, ну, окей, Ростов-на-Дону мне тоже нравится, да, но Москва, это, да, это тоже моя самая любимая город в России. И что еще? Education Institute, also ja, школа, я думаю, школа 72 существует в Москве, я думаю. И что еще? Subject area, окей, да, это предмет. Ну, этот учитель учит, например, физика, да, физика и остальные, ну, по-русски. Also, только русский, я думаю, хватит, да? So, русский. Это все. И сейчас это так. Если вы в немножко секунды сами попробуете, да, это важно, что вы используете такие, also мы можем использовать такие кавычки или такие. Пожалуйста. Also, вы можете смешать. Это я сделал здесь... как сказать, это... Also, смешение это возможно, но если вы, например, используете такие кавычки, это важно, что вы обратите внимание к этому. Если я начинаю, например, с такими кавычками, да, это важно, что я заканчивая с такими кавычками тоже, да. Also здесь я не могу смешать, да, как здесь, например. Also это запрещен. Если, например, я напишу такое, да, это запрещен, это не сработает. И если я использую такое выражение, вы видите, что он подчеркивает мне такие слова, потому что он, распознавает ошибку, да. Поэтому это всегда важно, что я знаю, окей, если я использую такое кавычки, сначала и в конце концов тоже hier, здесь, после слова, это важно, что все остается. Also, поняли, да? Это, also, большинство здесь ошибаются, если они смешают такие кавычки. Хорошо? Да, понятно. Окей, и сейчас я нажимаю на вперед, и вы видите результат. Also, если он показывает мне добровольно одна строка, да, это все хорошо. И я могу сейчас еще раз нажимаю на personal account, и вы видите, в конце концов, это 8
Позыватель сейчас здесь, да, в конце этой таблицы. Этой таблицы вы видите сейчас тест юза, и все данные я добавил. Хорошо? И сейчас попробуйте, пожалуйста, сами придумайте свой логин, например, да, и попробуйте сейчас добавлять ваши данные в эту базу данных. Хорошо? Значит, первая задача, да, эта задача здесь, добавь новое лицо в базу данных и попробуйте сам сейчас. Да, готово. И если что-то не так, что-то не сработает, пожалуйста, скажите мне, я помогаю. Да? А у меня один вопросик. Mm-hmm. Когда я установил XAMPP, mm-hmm. я не знал, что включать. И до сих пор не знаю. Mm-hmm. Окей, хорошо. Есть возможность... Секундочку. Мне надо отвечать Александру. Секундочку. Вот. Пожалуйста, демонстрируй твой экран. То есть мы можем вместе... смотреть на твой экран. Открыт мой экран? Угу. Also внизу ты видишь демонстрация экрана, да? И это чуть-чуть полегче, если мы можем видеть на твой экран, потому что я могу... Окей, Амат. Секундочку. Отлично. Окей. И сейчас еще раз твой вопрос. Мне, чтобы мне это включить, как у тебя страница, что мне тут нажимать? Окей. Смотри, да-да, все хорошо. Смотри, Амат. FileZilla, Mercury и Tomcat такие, да, тебе не надо стартовать, да, это хватит, если ты всегда нажимаешь только на старт для Apache и для MySQL, да, но без проблем, это сработает уже хорошо у тебя. Пожалуйста, нажимай сейчас на Admin, also кнопку Admin в строчке MySQL, ты видишь, Кнопка Admin, also в строчке, чуть-чуть повыше, выше, стоп, да. Нажимай, нет, also в строчке MySQL, да, здесь. Сейчас нажимай кнопку, пожалуйста.
Это у Xampa очень удобно, потому что если ты нажимаешь на кнопку «Админ», он вообще открывает тебе твой браузер, и ты прямо находишься в личном кабинете PHP MyAdmin. Но сейчас твой браузер не открывает, я вижу. Амат, нажми еще раз, пожалуйста, на «Админ», на кнопку. Нажимаем. Но ничего не происходит, ура? Или? Нормально это так, что если ты нажимаешь на кнопку «Админ», твой браузер открывается. Но я не вижу твой браузер. Амат, попробуй уменьшиться это окно. Не завершать, но уменьшиться это окно. То мы можем видеть твой рабочий стол. Да? Нажимай, да? Сейчас что делать? Я наверху, да, чуть-чуть полево, да, нет, так много нет. Ты видишь этот тире, да, это выглядит так, как тире, да, нажимай, пожалуйста, на эту кнопку. Да, такой, да. Нажимай, пожалуйста. Нажал. Но почему ничего не происходит у тебя? Мне удивляется. Обычно нам надо... Also, это важно, что мы сейчас видим твой рабочий стол. Знаешь? Это не знаю. Это кажется, что твой компьютер застрял, но я не думаю, потому что ты используешь до сих пор Zoom. Амат, еще раз. Нажимай, пожалуйста, на кнопку, also на третьем кнопку на правой стороне. Also, ты видишь этот крестик, да? И рядом ты видишь бумаги. И еще раз, рядом бумагой существует такая кнопка от окна, которая выглядит как тире. Да, этот минус. Нажимай, пожалуйста, на минус. На кнопку нажал. Минус. Пожалуйста. Нажал. Но мы не видим твой рабочий стол. Что происходит? Или, может быть, Амат, мне кажется, я не уверен, но мне кажется, что ты демонстрируешь не только твой экран, ты демонстрируешь только этот окна от Xampa. Может быть? Поэтому, пожалуйста, Амат, пожалуйста, еще раз останови этот демонстрации, еще раз, и демонстрируй еще раз, и, пожалуйста, обрати внимание, что ты нажимаешь эту кнопку, где стоит экран полностью, я думаю. Пожалуйста, останови еще раз сейчас твой экран. Да. И если ты демонстрируешь еще раз твой экран, пожалуйста, тебе надо выбрать полностью экран. Секундочку, я могу сказать... тебе Desktop 1. Also твой компьютер, я думаю, показывает тебе Desktop 1. И этот Desktop, also этот рабочий стол, тебе надо демонстрировать. Хорошо. Попробуй. Ну, без проблем. Ну, я сейчас... Окей. Это выглядит чуть-чуть получше, потому что мы видим сейчас внизу твой браузер. Открывай твой браузер. Например, Chrome. Ты используешь Chrome, да? Да. Да, открой Chrome.
Отлично. И сейчас в адресном строчке, пожалуйста, нажимай мышью в адресном строчке. Так? Да, это тоже возможно. И сейчас напиши, пожалуйста, напиши HTTP. Нет, нет, нет. H, also H. Буква H. H. Да, да, да. Да. И убери mail.ru, пожалуйста, убери mail.ru и напиши просто localhost. Я напиши тебе в чате здесь, секундочку. Тебе надо только писать HTTP. HTTP и localhost. Смотри в чат, Амат. Пожалуйста, смотри в чат. Я написал тебе ссылку, которую тебе надо использовать. Угу. Лучше скопировать и просто вставить. Да, это проще. Да, точно. Ты написал local, надо local. Я скопирую мою ссылку из чата и вставляю в адресной строчке. Я, да, это выглядит. Я, это выглядит отлично. Окей. Да, увеличивай. И сейчас, пожалуйста, нажми на ссылку phpMyAdmin. Находится на правой стороне наверху. Рядом phpInfo. phpMyAdmin. Да. Нажми. Отлично. Смотри, это сработает. Ты можешь попробовать изменить язык, потому что твой language, а language язык там стоит English. Я думаю, XAMPP поддерживает тоже русский язык. Я нажми, да, и сейчас попробуй, например, also русский язык. Или твой родной язык, но я боюсь, что если ты выбираешь твой родной язык, я не могу читать, что там будет описано. Русский язык. Да, русский. Вот. Отлично. Окей. Окей. И сейчас тебе надо еще устанавливать эта база данных, которую мы используем сейчас, да, для того тебе надо нажимать на импорт. Наверху ты видишь экспорт и импорт, да? Нажми на импорт. На кнопку импорт. Тебе отдам мышку, чтобы ты включал, что я это не умею. Еще раз, Амати, я не слышал тебя. Но еще раз, что ты сказала? Есть кнопка сейчас это в зуме, написано Remote Control. Я ее положил на тебя. А, окей. Okay. Это так, что я могу нажимать? А, спасибо тебе, мать. Я не знаю, что это. Отлично, отлично. Окей. Okay. Первый раз новые функции для меня. Окей, okay. Also ты видишь здесь импорт на текущий сервер, да? Вот. И я отправлял к тебе mail с файлом Domino SQL. Этот файл использовал Игорь несколько минут назад. Где ты скачал этот файл? Да, но окей. Да, спасибо тебе, Игорь. Но он открывает этот на моем устройстве. Это мне не помогает. Секундочку. А, момент. Вот. Я попробую. Секундочку. Амат? А, окей.
Игорь? Да. Если я использую твою ссылку, drop me files и так далее, он не покажет твои файлы. Кнопка download. Вот она. Я сейчас ее отмечу. Ах, есть, здесь. А. Вот здесь, download, да? Да, да. Окей. Что происходит сейчас? Еще раз я попробую. Я нажимаю download. А, окей. И сейчас он... А, он скачает. Окей, я открываю. Амат? Да. Я могу... Also, я скопирую... этот файл, да, на твой рабочий стол. Окей, хорошо? Хорошо. То есть ты можешь убрать чуть-чуть попозже, но это делает работу чуть-чуть полегче. Окей, хорошо. А, я вижу, ты играешь в Minecraft. Очень приятно. Моя дочь тоже. Вот, и сейчас я... Экстракт. Вот. Угу. So, смотри, Амата, этот файл, да, мы используем сейчас, потому что в этом файле находятся все данные, нам надо для установления. Хорошо, Амат? Да. Окей, пожалуйста, смотри. Я открываю еще раз твой... Север, твой PHP MyAdmin. Вот. Это важно, HTTP и потом localhost. Значит, здесь нет V, нам надо писать C, localhost. И localhost — это всегда твой компьютер. Окей? Okay? И если ты включаешь Apache и MySQL и так далее, да, твой сервер всегда доступен через localhost. Ясно? Окей. Да. Сейчас я нажимаю PHP MyAdmin. И мы устанавливаем сейчас этот база данных. Я нажимаю import. Я нажимаю choose file. И как я уже сказал, на десктопе находится этот файл, здесь в папке drop me files и domino SQL. И такое, ja, такие шаги тебе надо сделать всегда. Это всегда самое. Тоже, если ты работаешь в интернете с провайдером или так, да, это всегда самые шаги. Тоже самые шаги. Хорошо. И последний шаг. Нажимать на кнопку вперед. Вот здесь. И я надеюсь, что он мне покажет все хорошо. Вот. Все хорошо. Импорт успешно завершен. Выполнено 30 запросов. Хорошо. И сейчас, Амат, ты видишь здесь домино, да? Амат? Видишь, да? Да. И сейчас ты можешь выполнять задачу. Попробуй добавить новый аккаунт для тебя или для лица, ты знаешь, не знаю. Как здесь я показал, что тебе надо для того нажимать на кнопку SQL. И потом здесь ты видишь этот самый простой простая команда. И если ты хочешь добавлять чего-нибудь, да, тебе надо здесь нажимать на insert, на кнопку insert, и он помогает тебе, потому что уже показывает тебе, окей, insert into, значит, как я сказал, какая таблица, потом столбцы этой таблицы, и твоя задача состоит в том, что тебе только надо написать
во-первых, имя или название логина, да, например, как я написал тест, например, тест, да, и так далее, и так далее. Попробуй сам. Амат? Хорошо. Окей. Амат, пожалуйста, освободи меня. То есть я могу помогать другим людям. Хорошо. Спасибо тебе. И если что-то не происходит и так, ты можешь смотреть в бумагу, да, потому что там я написал этот insert into команда еще раз, да, и ты видишь там, как действовать с этой командой. Освободи меня. Я вас уже освободил. Я вижу твой экран еще. Сейчас я подключу. Спасибо тебе. Окей. Я спрошу, Зара, все хорошо? Зара? Все хорошо у тебя? Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста? Ну, конечно, конечно, без проблем. Демонстрируй твой экран. Хорошо, сейчас. Вам видно ведь? Да, я вижу, я вижу. Я вижу мое лицо. Хорошо. Вот я тут скачал X. Да, да. Правильно, да. Вот сразу вот как выходит... Это убрать или, значит, я не знаю, просто... Ну, это интересно. Секундочку. Приложение, которое вы пытаетесь установить, не является проверенным, которое Microsoft... интересно, да. Ну, просмотреть самые популярные приложения. И нажми просмотреть. сейчас это... Секундочку, Адель, да. Можно спросить тебя, ты администратор на компьютер или нет? Я администратор. Да, окей. Ну, еще раз, нажми еще раз. Да, секундочку. Он пока... Да, еще раз нажми и запуск от имени администратора. Нажми, пожалуйста. И сейчас изменить мои... Да. У тебя... это выглядит для меня... здесь, смотри. Установка приложений только из Microsoft Store помогает защитить устройство. Ну, тебе надо изменить этот настройки из любого места, да. И чуть-чуть попозже ты можешь еще раз изменить, как этот раньше, потому что конечно. Такое приложение не находится в Store Microsoft, поэтому окей, сейчас еще раз, да. Вот уже нажимать сюда? Нажми еще раз, да. Я надеюсь, что он сейчас пытается установить. Я надеюсь. Тут мне вышло разрешить этому предложению вносить изменения на вашем устройстве. Я не вижу такой текст. Где ты читаешь? Но у меня вышло это. Also, тебе надо решать, конечно, да? Реши. Реши его, этот доступ. Ну, давайте я зайду с телефона сейчас и это покажу просто то, что мне вышло. Просто не знаю, вдруг там
Ну, это удивляет меня, что я вижу только твой экран. А, я вижу, твой экран, also картинка застревает сейчас, поэтому я не вижу такие сообщения. Может быть, ты попробуешь... А, я могу представить, почему. Аде, пожалуйста, попробуй еще раз демонстрировать твой экран. Потому что это зависит, возможно, от того, если ты устанавливаешь сейчас приложение как администратор, Zoom, может быть, не показывает мне экран. Поэтому попробую еще раз запустить. Попробую еще раз. Ну, закрой это окно. Вот, там, как его, Игорь написал, да, разрешить приложение вносить изменения на устройство, это у меня вот как раз-таки это выходит там, когда я вот открываю предложение, да. Мне нажать, да, разрешить. Ну, попробуй, если ты видишь внизу, да, есть окно где-то, где он показывает тебе, что он сейчас устанавливает приложение. Где... Попробуй еще раз, Ада, нажми еще раз, да. Да. Два раза. А видите, что мне выходит? Да, я вижу. Если ты нажимаешь, он не хочет продолжаться с экраном. Я думаю, это зависит от того, если ты нажимаешь ссылку. И он, ну, он действует как администратор. Я думаю, Zoom не показывает мне такие окна. Ну, попробуй сейчас устанавливать просто. Да. Потому что я думаю, тебе надо только нажимать на кнопку дальше, пока он устанавливается хорошо и в конце концов находится обычно иконочка на рабочем столе, обычно, или находится приложение в меню «Старт». Смотрите, можно я вот это... Сейчас я с другого устройства зашел, чтобы... Ну, видите мне, что выходит, вот. Я не понял, еще раз, Аля, этот звук плохо, еще раз, пожалуйста. Also, Игорь напишет здесь, да, «разрешай». Also, тебе надо «разрешать». Ну, видите, я сейчас зашел, как его... Нет, я не вижу, это проблема, я не вижу. Не, я имею в виду, я зашел с другого, ну, зашел с Зума, только да. С другого уже аккаунта. И вот, ну, там я делюсь это видео. Окей, хорошо, но я не вижу, секундочку. Сэн, в участниках появилось новое устройство. Да, я... Да, окей, хорошо, но секундочку. Я не вижу. Ну, ты, Игорь, сказал мне, да, разрешать, просто вот... Да, разрешать, это важно, да. Хорошо, а теперь вы видите видео? Да, я вижу, я сейчас я вижу снова, да. А, хорошо, все. Окей. И сейчас окей, да? Нажми окей. Угу.
Отлично. Next. Нажми next. Next. Окей, next. Next. Это является хорошим. Это хорошо. XAMPP и C, да, next. Next. Language я могу, ты можешь выбрать только English и немецкий язык. Попробуй, нажми на... Да? Okay, да. English и немецкий язык. Окей, okay, English, оставляю English, да. Next, еще раз next. Окей, okay, еще раз next. И что сейчас? Галочку забыли снять, прочитать больше о XAMPP. Открылось окно браузера с информацией. Я сверни, Адель, сверни, потому что мы хотим видеть, что происходит с Адель. И сейчас еще раз next. Next. И сейчас он устанавливает, видишь, да? Он показывает тебе unpacking files и так далее, и так далее. Хорошо. Да, и если он готов, да, после установления ты можешь использовать XAMPP как мы или как Ахмат и так далее, да, это как мы показали уже. Окей, дорогие друзья, я думаю, сегодня мы сделали первые шаги в рамках базы данных. Этот бумага с заданиями, да, я думаю, это имеет смысл, если у вас есть времени, что вы попробуете сформулировать запросы в SQL. То есть мы можем продолжаться на следующей неделе. Да? Хорошо? Хорошо. И сейчас, я думаю, мы заканчиваем, и я оставлюсь здесь, конечно, и помогаю тем, кто или кому надо помочь. Хорошо? Хорошо. Вот. И, честно говоря, такое это самый сложный шаг, можно сказать, потому что установление таких инструментов это всегда сложно. Особенно потому, что тех, кто программировал такие приложения, да, они имели никогда не в виду школьники или ученики. Да. Такие инструменты были программированы только для программистов. И поэтому это иногда, как сказать, это иногда, конечно, сложно. Особенно если у вас нет опыта, конечно, да, поэтому шаг за шагом, да, шаг за шагом, и в течение уроков вы видите, окей, если знание о функции ясно, да, тогда это будет легче. Хорошо? Хорошо, до свидания. Ама, до свидания и до следующей недели, да? Хорошо. Оставайтесь здоровы, конечно, тебе тоже. И берегите себя. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Я вижу, это уже без 15 минут восьмого у вас, да? Да, да. Уже поздно. Ну, это тратит чуть-чуть времени, конечно, да, но после установления, я думаю, это... Also, это выглядит сейчас хорошо.
И я вижу, ты используешь Windows 10, да? Свен, прошу прощения, но Назар показывает текст, написанный сейчас от руки. Егор, еще раз, пожалуйста. Назар сейчас пытается показать текст. А, да. Я в Испании, я уже это пробовал. Да. Амат, я думаю... Извини, Адель, да? Адель, я думаю, это протекается всегда, как обычно. Пожалуйста, освободи меня, то есть я могу помогать Назару еще раз с восстановлением XAMPP, установлением XAMPP. Хорошо? Хорошо. И попробуй, и если что-то не так, ты... я здесь, да, и поэтому я могу помогать тебе чуть позже, если что-то. Отлично, спасибо тебе. И... назад, Назар, сейчас, Назар, извини, сейчас я вижу твой экран, моя мама, секундочку, держи крепче, я только вижу, моя мама у меня без 15 минут, 6-го, тебе надо ходить в постель или... это уже поздно, да? Ты слышишь меня, да? Ты слышишь? Да. Хорошо. Да. Also, Егор, и у тебя все хорошо? Да, у меня все хорошо. Сейчас это будет интересно. У Назара это уже очень темно. Темно. Свен, сейчас, секундочку, я только хотел показать, у меня, в общем, я загружал это его, и вот мне вышло вот это, не знаю, вот что-то такое, у меня компьютер перезапустился, но перезагрузка, и я, ну, нажал... Я понимаю, тебе не надо загрузить еще раз, это хватит. Нет, это хватит, если ты нажимаешь «Finish». Это все хорошо. Он не будет загрузить еще раз, перезагрузить еще раз. Он не будет. Смотри, да-да, это отлично. Сейчас это сработает, и тебе только надо... можно я тебе... Завтра я не установлю сам. Окей, Назар, я читал текст, да. Назар, проблема в том, что завтра я в пути. На следующие выходные у меня семейные дела. У тебя есть время в понедельник, Назар? В понедельник у тебя время? В понедельник вечером, например. Да или нет? Also, да или нет? Да? В понедельник? Да, в понедельник. Назар, я думаю, секундочку, я смотрю в календарь, да, и я могу сказать тебе, когда у меня время в понедельник, и, может быть, я надеюсь, что это совпадает, но я думаю, понедельник я дома. Секундочку. Секундочку. В понедельник. Например, похоже, как сегодня... Ты будешь в 18 часов. Ты дома в 18 часов? 18? В 6 часов? После обеда? В 6 часов? Да?
Да? Хорошо. Смотри, я буду писать тебе через мейл сейчас, что мы вместе встречаемся на моем сервере через Jitsi. Я распространяю тебе ссылку. И то есть мы можем созвониться в 6 часов по Москве. Хорошо? Я в 6 часов по Москве. Хорошо. И я вижу, ты устал, да? Много работ сегодня и много... Нет? Нет? Окей. Хорошо. Also, Назар, секундочку, я напишу тебе мейл. И может быть через Jitsi это сработает чуть-чуть получше. Надеюсь. Секундочку. То есть, Назар, где ты? В моем... ВКонтакте, Назар, там нет, Назар. Полина, Егор, Назар здесь. Вот, Назар. Привет, в понедельник. 6 часов по Москве, 18 часов по Москве, пока, Свен, вот, отлично, so. Назар, смотри, ты получил сейчас мейл, смотри. Я вот хотел вам только... Псеш. Секундочку. Я забыл чего-нибудь у чиновники. Назар, еще раз здесь. So, also Nazar, ты получил еще один мейл, и внутри я укрепил ссылку моего сервера, да, и в понедельник 18 часов мы встречаемся. Вот можно, вот, как, ну, mm-hmm. я вот тут как его зашел к нам, и вот... Да, да, Адель, сейчас ты нажимаешь старт у Apache и у MySQL, да. Mm-hmm. Вот здесь, там, start. Да, правильно. И а тебе тут... надо разрешить доступ, да, вот. Правильно, да. И сейчас зеленым светом показывает тебе твой компьютер, что все будет хорошо, это все в порядке, да. И сейчас это вот ты... эти зеленые? Да. Такие зеленые. Это значит все хорошо. И если ты сейчас нажимаешь на кнопку админ в строчке MySQL, да? Админ? Где? Да. Не так быстро, медленнее. Что, чуть-чуть повыше, выше. Смешли. Выше, чуть-чуть, выше. Стоп, направо. И нет, такой админ нет, да. MySQL, да? Нажми. Тут? Да, нажми. И сейчас открывается браузер, и ты видишь твою базу данных. Да? Да. И следующий шаг будет импортировать этот файл, который я распространял, или который, да, импорт, да, и ты уже скачал этот файл? Нет, еще. Смотри в чате здесь, смотри в чате, потому что Игорь опубликовал свои файлы. А у меня тут нету, потому что я ведь это... А, окей. Okay.
Смотри в почтовые ящики, пожалуйста, потому что такие файлы я тоже отправляю к тебе через мейл. Одна проблемка, то что у меня на компьютере этой почты нету, только Okay. в телефоне. Окей, поэтому я сейчас еще раз скопирую адрес. Да, я скопирую еще раз этот адрес в чате, да. То есть ты можешь видеть сейчас, где ты можешь скачать файлы, да? Нажим, genau, вон, да, отлично. И сейчас ты можешь скачать такие файлы. Прошу прощения, но мне уже нужно идти. До свидания. Игорь, передай приветы и до следующей недели. Конечно, вам тоже привет. Да? До свидания. До свидания. И а вот потом что, как его? В браузер тебе надо вставить этот адрес в отрочной адресной строчке браузера. Этот адрес Игора. Открой твой браузер. Сейчас вот. И да. В браузере. Да, новый взгляд. Да. Я правильно. И сейчас скачать все. Все. Скачать все, да. Видишь, там появляется файл, да. Нажимай на файл, да. Отлично. И там находится домино. И, пожалуйста, тебе надо переместить этот файл на рабочий стол. Это имеет, да, имеет смысл. Это упрощается ситуация. Да, отлично. Окей. И сейчас вернуй назад к phpMyAdmin. Где это phpMyAdmin? Если ты, например, если ты нажимаешь на XAMPP внизу, внизу на XAMPP, да, нажми. Хорошо, и еще раз на админ, на кнопку админ нажми. Вот. И сейчас ты можешь импортировать с помощью импорт. Да, нажми импорт. Отлично. И выбор файла, конечно, да. И сейчас, да, рабочий стол, и там находится там. Да. И сейчас открыть. Ой. И... Нет, это все хорошо. Это уже хорошо. Он нет, окей, сейчас он убрал. Also еще раз, выбор файла. Ты выбираешь Domino SQL. Сейчас открыть. И сейчас, пожалуйста, двигайте твое окно чуть-чуть пониже и нажми на кнопку «Вперед». Да, вперед. И сейчас он закачивает файл, и ты видишь, импорт успешно завершен, выполнено и так далее, и так далее. И ты видишь тоже на правой стороне, что он создал домино. Видишь? Да, вот это да. Да, я. И сейчас, если ты нажимаешь на ссылку домино на правой стороне, видишь домино там? У остальных базы данных. На правой. Извини, на левой. Моя ошибка. Нет, моя ошибка. На левой стороне, пожалуйста. Да, на левой стороне ты видишь, да, или там, там тоже. Да, это сработает тоже. И ты видишь здесь домино. Если ты нажимаешь на ссылку домино, да, нажми. И сейчас ты внутри базы данных домино. Хорошо, там есть персональный аккаунт, и сейчас ты можешь, как я чуть-чуть раньше показал, как добавить новые данные. А, да. Так, потом insert вроде. Потом вот это вот тут ставим mail свой. Да. А вот и, это убираем. Да, member edit ты можешь убрать, да. И кавычки тоже убрать, и запятые тоже. То... Нет, не так много убрать. Сейчас тебе надо восстанавливать кавычки и скобка тоже, потому что ты убрал много. Но это без проблем. Ты еще раз можешь, это проще, если ты еще раз нажимаешь на кнопку insert. Да. Смотри, и тебе надо только убрать member ID и кавычки и запятые тоже. Also, такая строчка должна начинать с столбцой
Логин. Вот так? Нет, 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 нет. Сейчас скобка. После. После чего вот тут? Да. Это очень просто. Открывай только мою бумагу, которую я тебе послал. Это находится тоже в той же самом папке. Там ты видишь, как эта команда должна быть выглядеть. Идти назад. Нет, 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 нет. В папке ты несколько секунд. Ты распаковал папку. Помнишь? Да, вот да, эту. Да, и сейчас открывай файл, называемый arbeitsblatt.ru. Открывай этот файл. Да? С помощью, не знаю, Adobe. Ja, или, ja, ja, okay, используй. So, сейчас ты видишь здесь, смотри, первое задание, это добавь новое лицо и так далее, и там ты видишь, как это должен выглядеть. А, хорошо. Да? Да, все понял. Okay. Mm-hmm. А домашнее задание к следующему уроку? Да, попробуй. И на следующей неделе мы будем продолжаться с работами, с базами данных, да, и мы будем вместе шагать дальше в направлении базы данных. Хорошо? А мне сейчас это уже можно закрывать, да? Да, да, можешь, конечно, да. Окей, Адель, а ну сейчас это все установлено, да, и ты можешь работать, да? Да. Сейчас я выключу уже это, демонстрацию. Mm-hmm. Спасибо вам огромное и всего хорошего. Я тебе тоже это имя очень, also, приносит много радости и желаю тебе хорошего вечера, да? Хорошо, и вам того же. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. So, можешь помочь с лампом? Я уже установил. Ну, можно, конечно. Секундочку, Назар. Назар. Назар, смотри. Назар, видишь меня? Слушай, послушай. Я предлагаю тебе, если ты нажимаешь ссылку, которую я тебе отправлял, мы можем попробовать использовать Jitsi. Хорошо? Я загрузил. Окей. Ну да. Но, Назар, мы можем попробовать. Also, мы сейчас выйдем из этого зала. Хорошо? И мы используем эту ссылку, которую я тебе отправлял. Да? Попробуем? Хорошо? Окей. Окей, нажми эту ссылку в mail приложении, окей, и потом мы попробуем с помощью Jitsi, хорошо? И здесь мы уходим, хорошо? Да? Окей. Нажми выйти, да, и мы встретимся чуть-чуть. 2 секунды. Окей. Угу. Окей, Назар. Пожалуйста, закрой Zoom, пожалуйста. Закрой Zoom, и тебе надо еще раз включить камеру и микрофон.
Назар, пожалуйста, закрой приложение Zoom, пожалуйста. Да, Назар, но это лучше, если мы сейчас попробуем через Jitsi, пожалуйста. Ты уже включил, also ты уже подключил в Jitsi. Но, пожалуйста, закрой Zoom, пожалуйста. Закрой Zoom, пожалуйста. Хорошо? Закрой. Да? Назад тебе надо закрыть Zoom, завершить Zoom. Пожалуйста. А, тебе не надо пароль. Он уже показывал мне, что ты здесь, в Jitsi. Тебе не надо пароль. Без, это сработает без пароль. Назар, во-первых, тебе надо закрыть приложение Zoom. Это важно. Без этого Jitsi не сработает. Хорошо.